Всем привет, с вами Женя, и это строительство в Sims 4. Сегодня я пришла к вам с постройкой микродома военного в Стрэнджервилле, поэтому без лишних вступлений устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк, кофеёк или какао, и я буду рассказывать, потому что мне есть что рассказать. Во-первых, карьера военного, блин. Я никак не могла ничего построить. Я так долго ходила вокруг да около, я не знала, где я хочу это реализовать. Конечно, Стрэнджервилл, но это самый первый вариант, который приходит в голову, когда ты говоришь о карьере военного. Боже мой, до свидания. Я 4-й раз записываю эту озвучку. О карьере военного. Потому что эта карьера, собственно говоря, пришла к нам с этим дополнением со Стрэнджервиллем. Но мне хотелось вот сделать вид, что я вот такая, нетривиальная. Я женщина, может быть, я где-то в другом месте построю этот микродом. Проблема заключалась в том, что я себе даже не представляла, что я хочу видеть в этом микродоме. Если микродом художника, либо флориста подразумевает под собой какие-то атрибуты, не знаю, наличие чего-то в доме, то микродом военного, боксерская груша и все. Потому что вся карьера, она завязана на тренировках, на беге. Ну так вот, я даже не представляла себе, что я, блин, вообще хочу. Но я решила, что нужно закрывать гештальты, а то что-то слишком долго я хожу вокруг да около, что-то долго очень мучаюсь, надо что-то делать. В общем, недавно я создала опрос в своем телеграм-канале, кстати, если хотите, подписывайтесь, в свете последних событий с блокировками, с замедлениями ютуба, если не хотите потеряться, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Так вот, я выгрузила опрос, в который добавила все варианты, которые я никак не могу построить по разным причинам. И первый был, конечно, по рейтингу стилист, законодательница стиля, я построила, а второй был военный. Я вот начала, думаю, все, Жень, давай, уже надо решаться, мы так долго думаем, я университет быстрее выбирала, в котором училась 5 лет, а мы тут прям как будто, я не знаю, я решаю, выходить мне замуж за Стрэнджервилл или нет. В итоге я все-таки решила, что я не хочу быть какой-то особенной, в общем, я, мы строим в Стрэнджервилле, что я могу сказать, потому что лучше этого города нет. Плюс, я хочу его достроить. Понимаете, когда у меня был второе поколение, второе в стадитях, мы переехали в Стрэнджервилл и разгадывали здесь все вот эти тайны. Я перестроила для этого всю центральную часть Стрэнджервилля. И потом построила один из домов, как раз на этом лоте, мы играем в 100 детей, на маленьком лоте я построила домик. И мы, собственно говоря, в нем жили. И больше я что-то как-то никуда не ходила, и ничто не сподвигало меня переделать Стрэнджервилл, так сказать, закончить его перестройку. Тут я думаю, что, блин, Джейн, давай мы уже закончим уже, потому что вот этот домик, в котором мы жили в 100 детях, я перенесла на лот побольше, сделала ему побольше задний двор, сделала посимпатичнее, его там, скажем так, закрепила и обновила на Бусти, кстати, он в бесплатном доступе, может, я оставлю вам ссылку. Давайте я оставлю вам ссылку на весь Стрэнджервилл. Может, вы посмотрите на ролики, может, вы посмотрите на постройки. И у меня осталось еще 4 лота. Один из которых вот этот маленький, второй огромный, про который я скажу вам в конце, если мне хватит времени. И еще 2 таких 30 на 20, по-моему, что-то такое. Я думаю, так, давай уже все, возьмемся за это дело, достроим его. Я уже хочу снять обзор, я уже хочу себе сделать вот этот друфлаг с гирляндой, как в игре, чтобы записать вам обзор, и все, и Стрэнджервилл был уже достроен, потому что мне вот, как вы знаете, вот тащит меня в прошлое. Хочу уже двигаться дальше. И, короче, я решила, что все, микродом будет здесь. Осталась самая большая проблема, это викторианский стиль. Я и викторианский стиль — это вещи, которые несовместимы в этой вселенной. В целом, никогда. Потому что я не могу ничего. Блин, я могу сделать вам все, что угодно. Хотите, я вам просто космический корабль построю. Хотите, я вам подземный город сделаю. Но, блин, викторианский стиль, мама мия. Когда все стояли в очереди за пониманием викторианского стиля, я, видимо, ходила где-то в другом месте. Потому что у меня никогда не получается ничего. Я виллу Крик, мне кажется, никогда не перестрою. У меня паника просто максимальная, когда мне нужно строить что-то в викторианском стиле. Так вот, этот район у меня стоит неперестроенным именно потому, что тут, викторианский стиль предполагается. И мне очень сильно нравятся те предметы, которые, именно предметы экстерьера, которые пришли к нам с этим игровым набором, то есть окна, ставни, вот это все, оно очень красивое, очень красивые двери, очень красивые колонны, но это все викторианский стиль, на который я смотрю не просто как баран на новые ворота, а я, даже не знаю, как это объяснить. В итоге я решила, закрыть сразу 2 своих гештальда, попробовать что-то в викторианском стиле уже наконец-то соорудить, и плюс сделать этот микродом военного. Сейчас я вам немножко расскажу сначала о том, прокомментирую, как я его строила, да, а потом уже расскажу про то, почему он такой, да, почему такой стиль, и вообще, что там внутри происходит. Первое, что я должна сказать по поводу того, как я его строила, вы будете видеть, как я очень много раз дергаю камеры и пытаюсь подобрать цвета. Я хотела очень сильно подобрать цветовое сочетание, которое я до этого не использовала. Мне дико нравится вот это сочетание рыжего и темно-хвойно-зеленого, которое изначально заложено в предметах из Стрэнджервилля, и я четко вознамерилась использовать именно его. Плюс, так как вот эти, я даже не знаю, как эти штучки называются, которые на крыше такие маленькие, как окошки с маленькой крышей. Блин, я даже не погуглила, как это называется, в общем, я думаю, вы поняли. В общем, эта штука в своем цвете имеет черный обязательно и светло-зеленый. И, соответственно, таким образом я решила, что у меня должно быть, сочетание темно-зеленое,
зеленый, светло-зеленый в сайдинге, такой рыже-коричневый, стрэнджеревильский и черный. Здесь все окей. Но у меня были просто дикие проблемы с обоями. Я вырезала где-то, ну, если бы я не вырезала, это было минут 10, когда я перебирала все настенные покрытия для того, чтобы выбрать что-то вовнутрь. И вы увидите, что я выбрала покрытие, которое пришло к нам с китом «Уютное кафе», и очень долго думала, и в итоге я просто взяла и изменила структуру дома в том плане, что я опустила фундамент и подняла в самом доме платформы для того, чтобы скрыть вот эти ободки на обоях и на плиточке. Я хотела сначала это вырезать, чтобы не показывать вам это, но потом решила продемонстрировать, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Я настолько душная, что мне пришлось сделать такой финт ушами, чтобы вот эти ободки, которые не подходят под цвет моего интерьера, они скрылись. Если честно, я начинала злиться, когда я это делала, просто потому, что у меня ничего не состыковывалось по цветам, мне так не нравилось, я не могла нащупать вот это цветовое решение, чтобы именно интерьера сделать. Я уже думала, все, не будет никаких обоев, внутри будут просто каменные вот эти рыжие кирпичи, как в дымоходе, и больше к чертовой матери вот это цветовое сочетание. Но я каким-то образом выкрутилась. Блин, возможно, не стоит так запариваться, но я перебесилась прям сильно. И в итоге сделала вот такой финт ушами, и если честно, я вот после того, как я это сделала, у меня дальше интерьер, вот именно цветовые сочетания интерьеров пошли просто как по маслу, у меня все получилось, я все подобрала, и я осталась очень сильно довольна этим природным сочетанием. Теперь по поводу самого дома. Он в таком старовикторианском стиле, я сделала ему башню для того, чтобы именно сохранить вот этот стиль. То есть это второй этаж, который не рабочий, у которого нет ни потолка, ни пола, он просто сделан для того, чтобы создать именно экстерьерное оформление дома, именно внешний его вид такой, чтобы как будто бы, ну, похоже было на плюс-минус викторианский дом. Я же, конечно же, ограничена 64 клетками и не смогла бы сделать больше 64 клеток, поэтому мне пришлось вот так вот выкручиваться. Но мне кажется, на игру это никак не влияет, во-первых, именно на геймплей, вам никак это не будет мешать, а чисто экстерьерно он смотрится неплохо, потому что если бы он был только одноэтажный, он бы в районе в своем выглядел немножко как изгой. Но по поводу района, опять же, в конце расскажу. Ну так вот, и еще я добавила большое количество каких-то оградок из отладки черного и рыжего цвета для того, чтобы все вот это дело перекликалось и создавало единую палитру. Теперь по поводу структуры дома. В плане, почему у нас на заднем дворе такое огромное пространство. Это история именно, ну как сказать, не скажу, что прям история, но у меня есть приблизительно представление о том, какой персонаж здесь живет. Это дедушка, старенький военный. Раньше он здесь жил со своей бабушкой, по какой причине у них нет детей, непонятно, хотя, возможно, они у них есть, но просто они уже взрослые и живут где-то отдельно, возможно, не в Стрэнджервилле. Дедуля вышел на пенсию и теперь живет один, потому что, к сожалению, его бабушки больше нет с нами на этом свете. Но бабушка очень сильно любила этот дом, она его обустраивала, обставляла, она выращивала растения, она все вот это холила и лелеяла, и она, получается, сидела в основном дома, а муж ее был либо на военной службе, либо в командировках, она, в общем, занималась домом. И раньше на заднем дворе у нее был большой палисадник, кадушки с растениями, вот всякие деревья, скорее всего, она там все вот это дело выращивала. Но когда бабулечки, к сожалению, не стало, дедулечка, ну, скажем так, подзабил на все это дело, потому что он ни хрена не садовод, и вы можете заметить, что кое-где растения вот в доме есть, они стоят, вот, видимо, он их по, как бы, старой памяти поливает все-таки, внутренние растения, а вот то, что снаружи, оно уже такое же пожухлое, где-то повялое, где-то очень сильно разрослись цветы и трава, он же их не подстригает, ни как-то не прореживает, поэтому вокруг этого дома выглядит все немножко таким, знаете, захолустным, таким, знаете, запущенным, вот, я бы сказала, запущенным. Но былая красота, конечно, осталась в цветах вокруг, в цветах под окнами, вообще в самом многообразии цветов вокруг этого лота. Теперь насчет интерьерных решений. Вы можете потом со временем, когда я буду строить, подумать, что, ну, некоторые предметы объективно здесь, ну, не вписываются, Жень. Ну, типа, медведь на полу, шкура медведя на полу. Жень, ну, алло. Во-первых, я дико рада, что я обновила, наконец-то, игру и все свои моды и установила новое дополнение, потому что мне очень сильно понравились некоторые предметы из этого дополнения. Я прям кайфанула и очень рада, что оно появилось у меня именно сейчас, и что я, ну, раньше не стала строить этот микродом военного, потому что, возможно, он бы не появился, не получился таким классным. Потому что, во-первых, обои из уютного кафе, сразу спасибо большое за то, что они существуют. Плюс вот этот медведь. Мне очень сильно понравились растения, мне очень сильно понравился столик, который такой с черной столешницей и непонятными такими коричневыми листьями в основании. В общем, я очень сильно рада, что это все дело появилось, и появилось, вот, сметчилось именно сейчас с этим микродомом. Но так или иначе, некоторые предметы выглядят так, как будто они, ну, не из этой местности. И они действительно не из этой местности, потому что дедуля путешествовал там в Африку, еще куда-то. Ведь очень часто военные куда-то ездят. Я очень много знаю историй, когда военные куда-то ездят в командировку,
командировки и привозит оттуда что-то супер экзотическое. Так вот, он привез эту шкуру медведя, он привез некоторые цветы, потому что бабулечка любила заниматься цветами, он привез ей какие-то вот, возможно, семена каких-то пальм или детенышей пальмы. Вот этот стол странный, который стоит именно в гостиной, он явно выглядит как вообще просто, даже не то, что не из этой местности, а не из этого континента. Он тоже привез ей из одной из своих командировок, и в итоге получился такой очень уютный интерьер, созданный именно бабулечкой в сочетании с предметами местности, какими-то, да, очень тривиальными для этой местности, плюс из чего-то, что муж привез ей из своих командировок. В общем, интерьер получился очень теплый, очень такой дружелюбный, очень комфортный, но с такими, с некоторыми странностями, которые, казалось бы, на первый взгляд, не очень сюда подходят. Кстати, дедуля каким-то образом, не спрашивайте как, я даже не знаю, как, у меня нет оправдания, привез с собой аксолотля из путешествия. Это единственное существо, которое живет с ним в его доме сейчас. Он стоит на книжной полке, маленький черный аксолотль, напоминает, наверное, о временах его путешествий. Но так как сейчас дедуля ушел на пенсию, он как бы, ну, должен чем-то заниматься. Мне кажется, что военных бывших не бывает, точно так же, как и большинство профессий бывших не бывает. И он из вот этого старого, условно, палисадника, ну, в общем, места, где бабуля раньше много чего выращивала, к сожалению, там все погибло, скажем так, да, без нее, и он решил сделать что-то вроде тренировочной площадки. Сейчас он там оборудовал все, что можно для тренировки. Возможно, он тренирует каких-то молодых военных, молодых просто парней, знаете, вот эти истории из американских фильмов, где такой старенький, не знаю, футбольный, например, тренер берет себе на попечение какую-нибудь команду футболистов-раздолбаев и тренирует их. Вот у меня в голове стоял приблизительно подобный образ, когда я создавала этот лот, что он на заднем дворе у себя тренирует людей. Я не знаю, как это реализовать для игры, скорее всего, через механику клубов, и можно ли это делать, я не знаю, но есть люди, вот я знаю вот нескольких людей у меня на канале, которые точно вот любят по военной тематике, вот по военным, скажем так, да, вот играть с вот этими вот тематиками, да, поэтому если у вас есть предложение, как это можно реализовать, может, моды какие-то есть, то обязательно напишите, возможно, кому-то будет интересно. Я тут точно играть не буду. Я, скажем так, для истории и антуража города это создаю. Но, возможно, кому-то будет очень полезно создать такого военного тренера. Вообще, там на самом деле стоят два баскетбольных кольца. Так что, может быть, он и баскетболистов тренирует. Может, он в молодости был не только военным, но и баскетболистом. И сейчас он взял вот такую вот странную, непонятную команду раздолбаев на свое попечение. Вот нужно, короче, подумать об этом. Я не очень сильно вот именно этот момент продумала. Но это основополагающая часть вот этого вайба дома. То есть то, что раньше на заднем дворе было много кадушек с растениями, что-то росло, там вот происходила какая-то жизнь, возможно, какие-то встречи, гости приходили, а сейчас там уже практически ничего не осталось. Дедушка перетащил вот эти лавочки с зонтиком на передний двор своего дома, старенький такой пошарпанный гриль тоже перетащил сушилку для белья, а задний двор оборудовал именно для тренировок, потому что, ну, не может он уже, ну, он ушел, он, конечно, на пенсию, но не может он ничего не делать, а тем более не заниматься вот каким-то таким физической активностью, может быть, он сам тренируется там тоже. Поэтому вот так приблизительно выглядит дом. Плюс у него еще на заднем дворе стоит его старый, пошарпанный просто трейлер. Возможно, они с бабулей тоже путешествовали, возможно, они на этом трейлере сюда переехали, когда еще были молодые. Ну, в общем, он просто стоит и напоминает о молодости, знаете, такие остатки былой роскоши, что ли, да, былой молодости. Таким образом, вот так вот складывается, скажем так, антураж заднего двора. В целом, наверное, по поводу микродома я сказала все. Я хочу сказать, что я осталась им очень довольна. Я, ну, прям кайфанула. Честно, я кайфанула. Вот сначала я стрессанула с отделкой стен внутри, а потом я кайфанула. Мне очень сильно понравилось. Я в целом люблю такие природные сочетания цветов, то есть коричневый и зеленый в разных именно проявлениях. Даже то, что это ярко-рыжий-коричневый такой и очень хвойный, темно-зеленый, неважно. Я прям обожаю, и мой глаз радуется. Я прям реально вот чисто физически кайфую, когда я это делаю. Плюс мне очень сильно понравилось добавление черного. Я обычно черный цвет добавляю в сочетании с каким-то контрастным белым либо бежевым в очень современных интерьерах и экстерьерах, а вот именно для чего-то старого я почему-то не использую. И единственное, что меня сподвигло на использование черной черепицы, это именно вот эти вот штучечки крыш, которые для Стрэнджвилля. Я до сих пор не погуглила, как вы поняли, как это называется, ну а потом я подумала, а почему я не добавляю вообще черный цвет в целом в интерьер и экстерьер, и вообще, ну, кто я такая, чтобы так не делать. И все, и вот так все сложилось. Очень довольна, напишите мне, как вы думаете,
вот как вам именно цветовое сочетание, напишите обязательно, как вам вообще вся история, как вам, ну, представление мое, как я вот именно это интерпретировала, и, может быть, вы представляли себе микродом военного где-то в другом месте, да, в другом городе, вообще в другом стиле, напишите, может быть, я изменю свою точку зрения и перестрою, еще где-нибудь микродом военного сделаю, потому что почему бы и нет. В общем, делитесь, играете ли вы за военных, нравится ли вам вот именно эта карьера в Sims, и как вы вообще это все дело интерпретируете в игру, обязательно напишите, мне будет интересно, возможно, люди тоже чего-нибудь интересного почерпнут. Теперь я хотела рассказать вам по поводу вообще этого верхнего района. Да, вот сейчас мне скажет, весь ролик люди говорили: Жень, а ты там, ну, улицу бара в Тартозе строила, да, там что-то вот на Тартозе было, как-то что-то мы не заметили, что ты достраиваешь, ну, не бейте тапками, пожалуйста, я правда достраиваю. Я словила барана, я называю это бараном, потому что я смотрю на этот лот, и у меня ничего не получается, и не получается то, что я хочу, поэтому у меня ничего с улицы баров не получается, но пока вас тут, пока меня тут, точнее, вас тут, вы-то тут были, а меня-то тут не было на канале со стройкой, я за кадром построила отель в Тартозе в стиле Санторини, он такой синий-белый и очень красивый, и причем я думала, что я сейчас по-пырому построю небольшую виллу, да, а потом в итоге вылилось это все в гигантский отель. Ну, в общем, можете посмотреть у меня на Бусти, обязательно посмотрите, а также я в той же Тартозе на отшибе построила итальянскую виллу, потому что я встретила референс, какую-то картинку из Pinterest, именно картинку, я не знаю, даже это, наверное, и искусственный интеллект сгенерировал, я фиг его знает, но она мне так понравилась, что я решила ее зафигачить, и это было очень интересно, там тоже все уже сразу на Бусти лежит, поэтому обязательно посмотрите. Так что Тартоза перестраивается, Тартоза, все нормально, как бы у меня есть один баран с большим лотом, и мне хотелось построить что-нибудь пошарпанное, мне прям вот этот какой-то итальянский лухарь стиль меня немножко, ну, подташнивает, если честно, ну вот честно, прям честно, поэтому я немножко переместила Стрэнджервиль, но Тартоза, она не забыта, пока мы я ее там вот не сделаю, мы не будем с вами играть в 100 детей, поэтому я прям держу это все в голове, не переживайте. Так вот, по поводу района Стрэнджервилля, я собираюсь здесь замутить еще несколько домов, скорее всего, один дом на запись, остальные все за кадром. Мне нужно построить один просто забытый дом, в смысле вообще пустой, с паутиной, с трещинами, как будто бы он заброшенный. Второй нормальный большой жилой дом. Один единственный викторианский такой двухэтажный хороший жилой дом. И еще я собираюсь, я уже начала, если честно, я делаю психбольницу. Потому что почему бы и нет? Я у себя в телеграм-канале написала, что там лот 50 на 40, но на самом деле я вчера поняла, что там лот 40 на 30. И я хочу запихнуть туда такую, знаете, пошарпанную старую, типа психушку. Ну, условно говоря, это был когда-то какой-то поместье, не поместье, тут, наверное, неприменим такое слово, ну, особняк, да, вот эти все старые околовикторианские особняки на вот этом плато, и вот один из них заброшен, и сделали из него психбольницу, ну, потому что, извините, но мне кажется, ну, лучше, чем Стрэнджервилль, ничто не подходит под психбольницу, ну, может быть, Винденбург, остальные города как-то, мне кажется, навряд ли, а вот Стрэнджервилле, мне кажется, очень много людей, которым реально нужна психологическая помощь, может, кто-то кукухой поехал, пока тут было заражение, может, кого-то просто запрятали туда, потому что он задавал слишком много вопросов, в общем, я сейчас работаю над этой постройкой, собираюсь ее тоже сделать на видео. Остальные два дома, наверное, выйдут сразу на Бусти, и я надеюсь, что я уже дострою Стрэнджервилль. Я уже хочу обзор, я уже хочу все просто закрыть этот свой гештальт, потому что долго он у меня в голове сидит, недостроенный городочек. А я его, если честно, очень сильно люблю. На этом все новости на Geneva TV закончились. Я пойду дальше строить и обустраивать, и готовить вам новые ролики. Ну а вы обязательно напишите в комментариях, вообще, как вам все, что я вам сейчас сказала. Я даже перечислять это не буду. Все, ставьте лайки, дизлайки, скачать на Бусти у меня по ссылке в описании. И мы с вами увидимся в следующем ролике. Всем пока!